будет окрас нераспечатанных фраз. Мы уже давно смотрим небо, у которого нет конца. Вопреки всему это сложно поверить в это. Я, наверное, никогда не пойму. Моя мечта — это не верить. Я никогда не любил мою. Сами слова всегда тревожны. Мы там затянем. Нормально, как дела? Что-то мало рокеров, по-моему, в зале. Как дела? О, видно. Короче, типа вся молодежь собралась. Очередная песня под названием «Когда я стану большим». Кто-нибудь знает, нет? Но двое человек точно знают, трое. Это, короче, песня про то, что не надо спешить взрослеть. Типа там, ходить в костюмах, разговаривать на повышенных тонах с другими людьми. Причем здесь это. Да, Сань? Ну да. У нас что там, Слава, готово все? Жека, вырубай фанеру. Я перестал понимать, зачем здесь бегать, мне уже забрать.
Приятно получить похвалу от взрослого опытного человека. Слава, подойди-ка сюда. Слава, весь день хотел сказать пару слов на публику. Пришло его время. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Я рад, что сегодня, несмотря на то, что не было никакого промоушена этого концерта, собралось так много людей, наверное, я не знаю. Спасибо вам, что вы пришли. Откуда вы узнали вообще про это? Спойлеры! На машинах! Понятно. Ну все, я пошел. Спасибо. Следующая песня называется «По нулям». Ноль сил, ноль чувств, я когда-то не сильно.
Я не могу.